Тем временем в администрации города создали специальную комиссию. Ее члены будут обследовать дороги, мосты и железнодорожные переезды. Как заявили в мэрии, это нужно, чтобы выявить все недостатки до конца весны. После того, как все материалы будут собраны, на заседании уже другой специальной комиссии чиновники будут решать, каким образом устранять выявленные дефекты. По данным администрации, в состав проверяющих войдут представители дирекции дорожного хозяйства, специалисты территориальных управлений, инспекторы ГИБДД, представители организаций по перевозке пассажиров и другие ответственные лица.